Всем привет, друзья, с вами Неломоб, вот маленькая овечка по имени Цезарь, на плечо ее посадим. Сегодня мы продолжим играть в игру, замечательную игру под названием Half-Life. Мы остановились на том, что мы тут топали-топали и никак не могли пройти вентилятор, он нас голову нам отрезал. А тут сверху падают эти вот дикие животные, их тоже рубит. Короче, мы ползем дальше, и я надеюсь, что мы сейчас куда-то да и вылезем. Так, что я хотел сделать? Я хотел поменять немного настройки, звуки, громкость костюма, громкость эффектов поубавить. Музыка пускай будет, все. Применить? Окей, поехали дальше. Все, играем. Оу, провалился. Так, тут не пройти. А, нет, пройти. А где это мы очутились? Так, вышел. Оу, приветики. Ой, извините, я не хотел вас повредить. Простите. Ой, боже ты мой, боже правый. Так, тут откроется? Закрыто. Тут мы не пройдем. Что у меня с оружием, кстати, аптечка? Пистолет есть. Есть двустволка. Хорошо, пока что ломиком обиваемся. О, видим какую-то... Стоп. Я же здесь уже был. Зачем я сюда пришел? Вы поняли, для чем я сюда пришел? Я отсюда выпал, чтобы обойти дверь с этой стороны. Вот оно что, Михалыч. Нам надо теперь подтолкнуть сюда ящики и запрыгнуть на лестницу. Это же логично. Так, начинается какой-то у нас привет, сосед. У нас теперь или не привет, сосед начинается. У нас начинается теперь какой-то портал. Так, с ящиками тут играемся. По-моему, там кто-то шумел. По-моему, там кто-то журчал. Журчал почему? Потому что хочет получить от меня ломиком. Так, получит сейчас ломик. Получит пистолета. Вырубили, опа. Раньше я, по-моему, с двух выстрелов уничтожал таких человечков. Теперь надо три выстрела сделать. Великолепно. Так, ага, мне нужно, видимо, наверх все-таки залезть каким-то образом. И туда спуститься. Вот, есть такое дело. Спуститься. Так. Махаю, не могу попасть. Почему? Правильно, потому что я мазила. Есть, попал. Здорово. Стоп. Ага, я вылез и выпал с этой стороны. Все понял. Это куда я... Доктор! Ему плохо. Так, надо спасать его. Кто так стреляет? Какая-то пушка. Как ее вырубить? Как эту пушку вырубить? Как ее вырубить? Она постоянно стреляет. Как-то можно по-любому ее вырубить, я думаю. О, все, я ее дострелял. То есть, понятно, мы запомним, что можно их все-таки... Все-таки их можно обезвредить. Это здорово. Так, тут какие-то патрончики. Бедные докторы. Все погибли. О, я могу туда наверх, по идее, залезть. Этот ящик, наверное, разбивается. Да. Какой-то рубильник подозрительный. Что мы открыли? Что-то сверху открыли. Не знаю, что. Но мне явно нужно туда забраться. Так, ищем способ туда наверх залезть. С ящика на ящик, по идее, мне нужно как-то туда добраться. Может, с полки как-то? На ящик? Как туда наверх запрыгнуть? Ладно, что тут? Тут пусто. Что это дает? Что это открывает? Что? Непонятно, что? Danger. Как-то туда наверх можно залезть. Тут никак не проползешь. Что эта штуковина открывает, я пока не понимаю. Ладно, там, в принципе, вроде только жизни и все. Тут ничего. А, ящик можно вытянуть себе. Я же умею тянуть ящики, по-моему. Тянуть. Он тянется хотя бы? Не, а, не тянется. Ладно, фиг с ним, поехали дальше. Тут у нас что? Тут у нас кто? Мало ли какое-нибудь чудовище с пропеллером. Так, оружие есть. Пистолетик у меня уже есть, а вот двухстволка. Там получше будет. Тут кто? Есть кто живой? Так, ага, я могу теперь открыл, то есть получается двери с этой стороны. И теперь, по идее, я могу туда ящик затолкнуть. Но мы этим страдать не будем. Из-за каких-то там жизней несчастных. Лучше попробуем ящики разбить. Опа, что-то нашел. Это военные... Сухпайки. Так, тут, короче, мы набрали всего всякого разного добра. И все с того. Теперь двигаться надо в эту сторону. Ой, чего вас так много? Чего вас тут так много? Так. Раз, два. Так, отстреливаем. Да что ж тут такие прыгучие-то?
Не сидится вам, что ли? Так, подъем. Еще и загрузка. Значит, какая-то жесть будет. О, спасаем, спасаем. Кто там, кто там? О, всех подстрелял. Молодцы. Давай, давай. Что давать? Понял, давай побежим быстрее. Давай, согласен. Не против, только за. Побежи, побежим быстрее, побежим. О! Кто там, кто там, кто там? Как ему помочь? Открывай что-то, открывай. Выключи свет. Кажется, сейчас ему гоплык. Там стреляет кто-то. Наша удача не может быть. Есть, я его вырубил. Я его через решетку вырубил, по-моему. Эти где тут полицейские? Сзади стоишь. Приходи сюда. О, вылазят ребята. Ой, кажется, им там не очень хорошо. Лучше бы туда не лезли. О, броня, жизнь. Кажется, их там засосало. Туда не хочу лезть. Я туда уже не хочу. Эй, полицейский. Продолжайте без меня. Продолжайте путь без меня. Что? Ой, что это? Туда не пролезть. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Я прикрою. Пошли, пошли. Прикрывай, конечно же. Ты что? Тут видишь, какая жесть творится. А-а-а! Тут их целая куча. Сейчас как стрельнет. Уходим, уходим. Полицейский, разбирайся сам с ними. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Полицейский. А, это будет неплохо смотреться среди моих трофеев. Ого, какой-то прям жесткий. А? Через стены? А, нет, я думал, ты через стены валишь. Тут кто? О, привет, ребят. Ну-ка сюда полетел. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Мужики, они жесткие! Все тут! Ты там живой еще? Ой, кажется, ему гоплык. Боже, только что я остался без своего напарника. Я отомщу за тебя, Джон. Джон, только что Джон погиб. О, этот уже откинул копыта. Так, откуда? О, вот он, выпал с потолка. О, жизнь могу подкачать себе. Фу, боже мой. Жесть тут творится, жесть какая-то. Так, здесь мы, по-моему, все пособирали, что можно было. О, немножко боеприпасов для пистолета. О, привет, друг. А-а-а! Сколько нужно... Ай! Ребята, с Новым годом! Фу. Кажется, эксит. Выходим, выходим, выходим. Тут... О, здравствуй, друг прекрасный. Ломаем, ломаем жизни. Еле вырубил. Я слышал тут секретную радиопередачу. Прибыли военные, они идут нам на помощь. Но неизвестно, доживу ли я до этого момента. Пойдем. Искренне надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Пойдем со мной. Военные — это хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пушка, пушка только что моего врача замочила. О, еще и жуки! О, жуков пушка отстреливает. Неплохо. Есть, вырубил. О, робот! Робот поврежден. О, здравствуй! Надо башку по идее стрелять. Есть. Так, тут где что-то? О, бомба! Меня вырубила! Красные ящики нельзя разбивать. Где мы? Вот я. Так, сейчас будем играть по-жесткому. На тебе. На тебе. По-жесткому! О! Ты что машешь своими лапками? Иди сюда. Сейчас буду с вами по-жесткому расправляться, раз вы такие. Я с вами тоже буду так же. 82 патрона есть. В принципе, можно... На тебе. Тут, по-моему, что-то было. Так, ты пока стой. Никуда не двигайся. Не двигайся. Там сейчас будет опасно. Сейчас будут жуки падать. Жучки, жучки, жучки. Сейчас их там всех расстреляют, по идее. Ну, я надеюсь. Ой, 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 ой. Так, так, вот. Кажется, им сейчас не очень сладко. Раз, два. Поскольку патронов до него всадили? Все, вырубил. Пошли. О! Тут еще один дружочек. Ладно, оставляем его. Теперь можно, в принципе, взять с собой врача дальше. Врач, ты можешь идти со мной. Путь прочищен. Качаем, качаем, качаем. Ты идешь за мной? Пошли, я понял, что тут военные. Я понял, что здесь военные. Потопали. Я собираюсь остаться здесь, подожду моих коллег. Показывай путь.
Пойдем со мной. Зачем тебе здесь стоять? Тебе сейчас жуки замочат. Глупый. О, смотри, что я сейчас делаю. Он ползет такой, ползет. Смотри, сейчас с Новым годом, как я его поздравляю. Вот так. О, не получилось. Я думал, сейчас его рванет и его разорвет на куски. Меня как... Так как меня так разрывает? Так как этих всяких жуков? Так не разрывает. Так. Вау! А второй? Прямо в лицо! Получай! Получай! Доктор, путь свободен. Пошли. Загрузка пошла. Врач, видимо, отстанет. Ой, куда меня тянет? Куда меня тянет? Что ты тут делаешь? Что происходит? Наверх, скорее, скорее, за нами идут спасатели. Врач, ты застрял? Наверх, наверх, за нами идут спасатели. Двери закрой. Не оставляю. Да, мы можем прожить дольше, если будем работать вместе. А врач? Все верно. Пошли сюда. Вам, нам, по идее, нужно сюда, но мне хочется вниз зайти. Я очень сильно хочу вниз. Что здесь? Нужен остаться здесь, город. Тут ящики. Может быть, боеприпасы? Где? Где мои патроны? Где моя... А-а-а! Боже мой, какой-то жучара! Мочи его! О, гранаты! Я знал, что здесь что-то ценное найдем! Гранаты, гранаты, гранаты! А у меня уже и так гранат 5, F5. Да. Как работает граната? Уходи, уходи! Вау, ребята, тут расстреливает нас вообще-то, стреляй. Ой, зря ты там стоишь, дядя. Ой, не хотел тебя убивать, прости, друг. Джон, ты опять погиб. Так, гранаты. Шух. Ты понимаешь, что я с гранаты сейчас использовал для того, чтобы подобрать эти гранаты? Это все было продумано, только ты стал не очень хорошо, Джон. Ну, прости, брат. Я тебя, надеюсь, еще потом встречу. Встречу. Джон погиб. Очень жалко. А врач? Врач сюда не пошел? О, врач хотя бы не пошел. Это радует. Жизни. Жизни, жизни, жизни. Фух. Все, пойдем. Ты даже не знаешь, что я здесь. Пойдем. Идешь? Идешь. Тут никого. О, тут тоже какие-то боеприпасы. Я больше не сделаю ни шагу. Ну, куда пойти? Сломанный. О, взорвался. Тоже закрыто дальше. Что это значит, ты не сделаешь больше ни шагу? За мной! Тут сейчас будет Новый год у нас. О, приятного аппетита! На тебе! На тебе! Ой, они тут все как пир себе устроили, что ли. Так, мне кажется, патроны закончились. Врач, лучше бы ты бежал. Ты сейчас тебя загрызут. Чё ты ушки свои закрываешь? Видишь, тут я... Я, короче, ученый, исследователь. А вон как я тут всех мочу. Никого не боюсь. Всех уничтожаю только так. Ой, еще один жук. А он ходит ручками так. Спасите, помогите. Слабак. Так, здесь что? Здесь мы не пройдем, скорее всего. Значит, нам нужно было двигать за эту вот... О боже, все валяются, господи. Вот тут мы сейчас пройдем с тобой, доктор. Не сцы. Не сцы, ты с неломопом. С неломопом можешь ничего не бояться. Так, идешь? Пошли. Пошли. Я тоже так говорю. Здесь что-то может быть, кстати. Ничего нету. Ты идешь? Идешь. Здорово, хоть тут у меня есть какие-то у меня тут напарники. Так, кажется, сейчас тут что-то сверху упадет. Здесь такая чуйка. Нет? Ладно. О, ребята, вы тут что тут? Пир устроили опять. Так, а ну лежать всем. Лежать бояться. Давай, можно ее включить. Так, это что у нас? Это кофеаппараты. Не интересует. А урну разбить не могу. Железная урна, здорово. Как это открывается? Что? Так, это что за кислота? Еще. Это что еще за кислота? Доктор, подскажешь мне или не под... О, вентиляция. А здесь что? Уже вентиляция. Ящики. О, врач, привет. О, собака. Собака-убивака. Собака-умирака. Я жестко трачу патроны, конечно, сейчас. О, боеприпасы, гранаты, патроны, чего только не хочешь. Коробочки. Что-то найдем интересные какие-то батрончики. Батрончики, есть батрончики? Батончики, батрончики. Что-то уши закрыл. Все же хорошо. Ящики добываю. О, смотрите-ка, там можно на... собирать себе какой-то брони. Так, скорее всего, мне нужно было вентиляцию залазить. Этого мы добьем сейчас. Дин-дин-дин-дин-дин. Дин-дин-дин-дин-дин, сделали ему. Отлично. О, еще один. Все, вырубили. Так, а куда? О, еще один.
вырубили. О, так это же собака. Ух, хуй, крутит своим хвостом. Получай под хвост. Патроны есть? Что есть? Что-то открыл. Что-то открыли, ящики. А для чего я их двигаю? Куда они едут? Сюда. Для чего? Как-то мне нужно туда забраться, чтобы меня куда-то перенесли. А, теперь будет постоянно ездить. Ага. Мне нужно теперь по вентиляции, скорее всего, будет пройти. Вот так сюда пробежать. И тут, короче, в эту штуковину потом выбежать. Хорошо, теперь мне надо понять, как мне наверх забраться. Вот на эту штуковину вот пробежаться. Вот, наверное, как-то надо выйти, получается, вот сюда в итоге. Тоже какой-то ящик. Залезть наверх, что ли? Ну, где-то здесь был такой подъем. Да? Опа, подвинул. А я тут наверх не запрыгнул. Мне не хватит силы подпрыгнуть. Это что такое? Опа, закрыл. Очень весело. Открываю. О, тут получает. Нефиг тут лазить. Я что-то не раньше шел. Так, где-то была тут лесенка. Где я ее не могу уже найти? А, вот-вот-вот она. Вот она, моя дорогая. Так, мы запустили механизм. Вот теперь мы нам надо вот сюда пролезть и по вентиляции пройти. Вот. Вот эта штуковина есть. Нам нужно до нее добраться. Вот мы по этим полкам сейчас, по идее, в итоге доберемся туда, к этой красной штуковине. Сейчас мы будем вот сюда заходить. О, броня! Я же говорил, тут всякие будут приколы классные. Так, откуда я вышел? Наверное, сюда. Фонарик лучше включить. Лучше взять пистолет. Хотя бы. Так, сразу, боже мой! Фу. Как я напугался. Так, тут никого? Тут? О, я же знал, что мы как-нибудь сюда доберемся в итоге. Заберем его броню себе. Так, жуков нету? Нету жуков. Все в порядке. Пошли дальше. Тут мы можем... О, кости. Кто тут валялся? Кто тут валяешься? Валяющий. Кто тут? Раз, два, три, четыре. Четыре патрона нужно этому человечку. Здорово. Так, все, там есть... У нас боеприпасы. Тараканы ползают. Ну, весело. Мы можем забрать неплохо боеприпасы. О, еще один жук. Раз, два, три, четыре. Четыре патрона. Он кушает четыре патрона. Так, а что дальше делать? Куда? Вот туда? А, вот наверх ползти. Раз, два, три, четыре. Забирай свою, эту вот, свой язык свой противный. Фу. Так, лезем наверх или не лезем? Лезем. Отсюда нужно куда-то запрыгнуть. Наверное, на эту штуку. А для чего я наверх? Зачем тут лестница? Не понял. Лестница здесь вообще без смысла установлена. Если я могу, вот, к примеру, вот так запрыгнуть, потом вот так запрыгнуть, потом если я могу сюда запрыгнуть, то зачем мне тут лестница? Вопрос напрашивается. Не знаю. Ладно. Залазим в вентиляцию. Вентиляцию. Тут пусто. Значит, сюда. Так. Вроде бы пока что все тихо, спокойно, аккуратно топаем. Когда я там одного врача бросил, того афроамериканца, но ничего. Ничего, я думаю, он там выживет, там у него полно мяса есть. Так, загрузка. Тум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, тут мы, по идее, выломаем. О-о-о, друг-друг-друг, привет. Ой, зарядка. Бежать. Так, один, а мне нужно наверх выбраться, правильно? Правильно. Они мне говорили, что там какие-то военные будут, так, вертолеты, что-то в этом роде. Наверх выбраться. Тут у нас что? Да. Уйди с дороги. Пропусти меня. Видишь, что мне туда надо? Ага, мы обошли все кругом, открыли двери красные. Тут они, короче, вовсю воевали. Значит, нам наверх. А мы можем взять с собой полицейского, он может стрелять хорошо. Ты не рассчитывай на то, что нас тут найдут. Надо добраться до поверхности. Ты идешь за мной? Лифт не работает, но мы можем лезть. Ты идешь за мной? Мне нужен твой пистолет. Ну ладно, почему нет? Пойдем, вон, наконец-то. Надо выбираться, вот именно. О, смотрите-ка. О, в стеклянном аквариуме сидит. Открыто. О, этот мужик! Я тебе... На тебе! Открой! Открой, я тебя хочу! Мне кажется, это он во всем виноват. Он вечно где-то появляется, потом пропадает. Куда ты пошел? Ну куда ты? А ну стой, я сказал тебе. Он ушел в красную дверь. Нам нужно в красную дверь, ребята. Че вы все остановились? Че вы такие глупые? За мной, я сказал. За мной. С моими мозгами, да, я имею в виду. Это не получится. Отличная команда. Отличная команда с твоими мозгами. Вот именно. Да, пошли. Пошли, пошли, пошли. И че ты не идешь? Ладно, я обезопасен этот район.
давайте-ка уберемся отсюда, к черту. Короче, все, а меня не достали. О! Ничего себе, ниндзя! Ты что такое творишь? Опа, это кто такой? Что ты? На тебе сразу. На тебе. И тебе на. На еще. На еще. Я тут сейчас с ними сам разберусь со всеми. Так, о, спасибо за гранаты. А это смогу разбить? На. И не открою. Ладно, а это? Тут тоже. А через... О, тут полно боеприпасов. И аптечечка. Есть. Тут не открывается. И тут не открывается. Но зато мы через окно залезли и собрали себе и жизни, и всего-всего-всего-всякого-всякого. Так, пистолет. Ой-о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 й. Сохранить. Сохранено. Так, надо теперь сделать очень жесткий и очень рискованный прыжок. Ура! Ура-ура-ура! Опа, зацепился. Я больше не выдержу. Ой, держись! Держись, друг! Друг, я сейчас приду. Держись! Держись! Так, лезем. Сейчас мы тебя спасем. Дядька, держись. Еще немножко. Держись. Не! Ой, кажется, он реально не выдержал. А я ему пропал. Его нет внизу. Ну ладно. Так. Так, дядька погиб. Так, тут мы перепрыгнем, в принципе. А куда дальше лезть? А, вот лестница. Все, понял. Оп. И чё? А дальше? А, разбить. Yes! Попал в лифт. Что мне это дало? Я не понял. Загрузка пошла. Это что означает? О, все-таки лифт рабочий был. Хорошо. Обнаружен противник. Называется глава. Так, что я хожу пешком? Что я так? Что я так медленно хожу? Эй! Что я так медленно хожу? О, раздубрился. Кого-то полицейского затащили. Так, стекло можно разбить. Пули непробиваемые. Security. Закрыто. Брони могу накачать. О, по-моему, как я люблю это дело. Есть. Волна. Вот так там потом пройдем. О, кнопка. Я нажал. Теперь тоже закрыто. Я тревогу! А, начал тревогу! Я успел пролезть, фух. Хорошо. Ух ты, лазеры. Как их убить? Можно их достать? Как их... А, ящик нужно. Нет. Как мне пройти через лазер? Пробежимся. О! Присядь. Yes. О, всех расстреливает. Куда стреляют? Присесть. А где пулемет? Надо с пистолета его вырубить. Я не вижу. Вижу пулемет. Гранату, точно. Так. F5. Какой F5? Просто 5. Гранату. О! Вырубил! Так, здорово. Я знал, что гранаты мне когда-то пригодятся. Так, а это я взорву? Ящичек. Новый автомат какой-то. Это похоже на М-ку. Классный, а. Классно. Так, что гудит? Тоже взрывается. О! Как они появляются так? А ну-ка, проверяем пушку новую. О, так это классная пушка. И что, кто появляется? Че вы тут постоянно появляетесь? Уходите отсюда. Так, закрываем. Что-то будет ценное. Так, а это что такое? А, бомбы! Понял. 21 жизнь! О, я могу там подхилиться. Надо добраться до этого места. Там хилка. Ой-о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 й! Где мой автомат? Где мой автомат, любимый? О! Один вырубился. Стрельнул. Третий! Нет! Чуть меня лазером не задушил. Так, третий залп. Yes! Ху-ху. Так, это я могу пить? Дайте мне сачку, дайте мне выпить какого-нибудь соку, а то я сейчас подохну. Так, вот там жизни. Тут нету никого, надеюсь. Тоже не надеюсь, никого нет. Вот моя жизнь, у меня осталось всего 20 хп.
Я же погибну. 20 хп, вы видели? 20-20. Карл. Так. Эвакуация всему посуду. Закрыто. Баллоны. Так, F5. Оно по-любому сейчас бахнет все. Да. Взорвал. Ой, пушки. Как мне их обезвредить? Сразу пятеркой? Или это не пушки? Я не знаю, что это такое. О, вырубил. Одну и вторую. Отлично. Это что делает? Что-то как-то засекает меня, да? А, это пушки срабатывают. О! Двустволка. О, эти пушки, это лазеры дают сигнал этим пушкам, что у нас гости. Понятно. Так, а что я хотел глянуть? Все в порядке, все хорошо. Так, куда нам не двигаться дальше? Наверх. И всего сюда. Вот он, какие-то патроны есть. По ящикам нужно теперь наверх заползти. Так, стоп. Опа, есть такое. О, еще одна пушка. Вырубил ее с двух. Плюх. Так, могу там. Как мне сюда забраться? Интересно. Пикает. Ой, откуда? Я не понял. Откуда пикает? Где пушка? Сверху? Что за ерунда? Что сверху? А, или снизу было? Вот она снизу. Пятерка. Сейчас туда гранату бросим и все. Оп. Нефиг меня стрелять. Как туда добраться? Я так и не понял, честно. По вентиляции как-то. Видимо, потом мы сможем по ней пробить. Сейчас пока нет, не до нее. Так, хорошо. Ой-ой-ой-ой. Грызут. Кстати, мне в покое. Сколько можно появляться? Встаньте вы от меня. Вы поняли, что они тут делают? Оп-оп-оп. Все, я от них всех удрал. Вентиляция. Мы позже потом сможем по ней еще пройти и забрать там всякие штуковины. О, загрузка. Значит, сейчас что-то будет жестко. О, я вижу там... Ой, я вижу там уже... Так, от стенки должно подпрыгнуть и взорвать ту штуку. Ой, там что-то стреляют? А что они стреляют? Ой-ой-ой, там была, видели? Опа, получай гранатку. Надеюсь, ее вырубила. Нет. До нее до... У меня 38 жизней вообще-то осталось. Вырубила. Так, я могу... А, тут лед, вот почему это. А там что внизу? Смерть моя внизу, вот кто там внизу. Так, надо как-то аккуратно пройти. О, я вижу броню чуть-чуть. Зачем эти все люки задраиваю, я пока не могу понять. Может, их не надо задраивать? О! Прыжки в голову. Ах ты гад. Нет, тебе. Нет, он кажется неубиваемый. Накачаем себе немного хпшки. Так, а теперь взорвем. Тревогу подниму. Пушек нету. Лестница наверх есть. Ящики, тут, наверное, какие-то боеприпасы будут. Оп. Пособирали. Тут тоже ящики, тоже боеприпасы должны быть. Наверх. Оп, тут вроде никого. Кого-то... О, опа, военные, они против меня? Почему он не стреляет? Вы видели? О, военный ползет. Он в меня стрелял. Нормально. Военные против меня. Вы должны были мне помогать. Они начали меня расстреливать. Жесть. Военные, вы чё? Берега подпутали. Внимание. Все военные персонал. Адрес белый чек. Кинчик. Тревога. Тревога? Что? Какая тревога? Вы должны меня защищать. Они на меня охоту объявили, как будто бы. Жесть. Ну ладно, на этом мы, пожалуй, остановимся в прохождении Half-Life. Увидимся в следующий раз. С вами был Миломоб. Все, я зарю, вот он. Пока-пока. Какая-то музыка начинается. Походу сейчас начинается весь драйв. Но мы уже в следующий раз тут поиграем. Все, пока-пока.